Хей, с вами Маша Мэй. Сегодня я снимаю четвертую часть своего личного дневника. Давайте же сразу приступим к ней. В этот день я посмотрела «Мстители. Эра Альтрона». Фильм безумно понравился и оценила в 5 баллов из 5. Также через пару дней я посмотрела «Дивергент». Тоже оценила в 5 из 5. И в этом кармашке я достала, потому что трудно достается. Вот, распечатку с актерами. И здесь мы целую ночь не спали. Вот, соль была, вот так все выглядит. И тут мама купила новые декоративные скотчи и небольшая запись такая за день. Вот. Далее здесь просто фотографии моей семьи. Я не буду их показывать, поэтому прикрепила такой листочек. И дневниковая запись обычная. Поехали, наконец-то, на дачу. Также в тот день мы играли в рыцарский турнир. Ну, короче, так, просто с друзьями. Вот, было просто классно. Вот. Здесь вечером была сильная гроза и ливень. Вот, описала это. А тут приезжала к нам Софири. Вот, стикеры она нам подарила с лошадками. Это моя, это Ольгила. Также поняла на ладони, наверное, все знают. Тут с коробочек мы вырезали. Вот, тут такой кармашек. Здесь лежит... Можете прочесть. Короче, небольшое погодное описание, можно и так назвать. И кто мне попался. Вот. Здесь у нас гостили Darklight и Викали. Вот, потому что мама ездила в магазин, и вот мама купила новые маркеры разные. И очень смешной момент. Сюда кинем. И разные рисуночки из игры Activity. Здесь мы навещали Софири. Так, здесь опять мама поехали в магазин, и мы уже были в гостях у Вики Лидер Клайда. Тут духи, короче, мы с Вики Лидер делали. Здесь дневниковая запись, мы гуляли с друзьями, вот. Здесь катались на велосипедах всей семьей и топили баню, вот, листик мяты. Здесь мы сходили в кино на фильм «Пиксели». Оценка фильма 5 из 5 поставила балл. Вот. Также купили новые стикеры с бабочками такие. Тут просто море всего. Да. С коробочек штучки такие вот. Их тут довольно-таки много. Ну, 4. Также новые скотчи и ручки. И кто нам попался. Здесь мы сходили на фильм «Человек-муравей». Тут лежат вот такие штучки из Икеи. Здесь сразу понятно, что у меня умер дедушка в этот день. И этот же день, вот тут вот, с хорошей стороны, мы наконец-то пошли заниматься на конюшне. Вот. Здесь страничка «Мой любимый актер». Это Джереми Реннер. Вот. Здесь, кем я была в прошлой жизни, ну, как мы с Ольгой проверяли, вот. И вот так все выглядит. И тут мне написано «Луна плюс волк равно зверь». А здесь, наверное, многие знают сервер Crystallix Pocket Edition. И вот про Бедварс там написано и знакомые. Здесь дневниковая запись. Тут София проколола уши. Вот. И нам показалось то, что серьги золотые, поэтому нам не понравилось. Оказывается, серьги очень красивые, и теперь это нам нравится. Здесь вопросы и ответы по поводу поездки в Италию. Вот. Здесь мы ходили на фильм «Миссия невыполнима. Племя изгоев». Вот. Тоже поставила 5 из 5. Здесь папа забронировал отель и выложил свое первое видео на YouTube в этот день. И также гороскоп Скорпиона. А здесь у меня был один подписчик.
Да. Не знаю, это для меня дата как раз-таки очень важная. Вот. Здесь был звездопад, мы смотрели его. Здесь мы ходили на фильм «Агенты Анкл Люкс». Как-то так называется. Тоже поставила оценку 5 из 5. И тут с парковки такой чек. В этот день мама купила новые стикеры. И я не пошла на конюшню. И вот еще новые стикеры. И там никакого записи. Здесь я заболела. Ну, короче, третий день был болезнь. Просто так написала буковками «болею». Здесь посмотрела «Дивергент», глава 2, «Инсургент». Поставила 5 с минусом из 5. Честно, ожидала большего. Вот. Здесь приехали Саньки. Вот. Я не знаю, почему мы называем их Саньки. Ну, короче, приехала Софири. Вот. Так, все оформлено. И почерк тут просто ужасный, потому что вот тут объемными наклейками я написала 5 подписчиков. Вот. И поэтому неровности были. И здесь последняя запись в этом личном дневнике. Короче, мы гуляли с друзьями. Вот. Вот так все оформлено. И последняя страничка вот так сделана. И далее идут рисунки от близких мне людей. Я не буду их показывать. В конце мне конвертик. И там лежат всякие вырезки, распечатки. Я их скоро выложу, вот, и приложу в новый личный дневник. А новый личный дневник я покажу чуть позже, когда появится побольше записей в нем. И на этом это видео кончилось. Всем пока, до новых встреч в новых видео.